вітаю всіх з першою причистою. Світле, гарне свято. Я думаю, і така зустріч у нас сьогодні буде світла, гарна, гармонійна. Отже, запрошую на другу передачу Ігоря Григоровича Бурбута «Інтелектуальне життя в Чернівцях продовжується». Гостею сьогодні буде письменниця, майстер інтелектуальної прози, як Ігор Григорович сказав, Мар'яна Гончарова. Ігор Григорович, прошу. Дорогі друзі, всім нам відома фраза, що найдурніші речі люди роблять з розумним виглядом обличчя. Так воно буває. Саме дурні не мають почуття гумору. Вони роблять вигляд, що все надзвичайно серйозно в цьому світі і в центрі цього світу саме вони. Інтелектуал відрізняється від дурня за багатьма параметрами і особливо почуттям гумору. А насамперед це самоіронія. Вона характерна тільки для тих, у кого справді працює розум. І от сьогодні у нас зустріч з майстром інтелектуального гумору. Гумору, який зовсім не подібний на ту мерзоту, яку виливають на нас щодня з екранів телебачення. Гумору, який вимагає серйозних знань, розуміння, співпереживання автору. Взагалі, чого мені тут багато розповідати? От ми тут почуємо таке, що всі оці балачки наші на цьому фоні мало чого будуть значити. Єдине, про що мені хотілося сказати. Зовсім недавно Мар'яна Гончарова, виступаючи на «Голос», на Радіо Свободі у Помиранцево, так, сказала таку фразу, яка у мене нарешті поставила крапку над багатьма роздумами. Вона сказала про існування одесько-чернівецької мови. Я відразу хочу сказати, я дуже люблю і Чернівці, дуже люблю Одесу. Хоча в Одесі я мало жив. Але буквально з студентських років мене вражала подібність цих двох міст і їхнього населення. Нарешті, коли я вже почав займатися історією серйозно, я зрозумів, що є Одеса, а є анти-Одеса, Чернівці. Дві імперії. Російська і австрійська, які лізли на Балкани, намагалися створити центри впливу саме на цей регіон. В Одесі відкривають Новоросійський університет, через деякий час в Чернівцях відкривається Чернівецький університет імені Франца Йосипа. І той, і цей готують кадри для майбутніх держав Балкан. Іде боротьба серйозна, і в той же час іде постійний обмін людьми. Мене цікавило, коли перші одесити почали селитися в Чернівцях. Масово, після єврейських погромів, початку ХХ століття. Я працював в архівах з цими паспортами, бачив, яка маса, десятки тисяч людей їхали сюди, рятуючись від кровопролиття. Вони, для більшості Чернівці були транзитним містом, але частина осідала. Потім кордон між Австрією і Росією проходив Новоселиці, через Новоселицю, зовсім близько. Там інтенсивні контакти оці відбувалися. Потім, коли найбільше одеситів оселилося в нашому місті, в 45-му році, розбита Одеса і абсолютно майже не зруйновані Чернівці з порожніми квартирами. Господарів цих квартир замордували по гетто і таборах, або ж господарів тікли від радянської влади. Можна було переїжджати тут, селитися. І тут, і там є постійний контакт етнічний між українцями,
євреями, румунами, поляками, німцями. То ж саме в Одесі, плюс все-таки російська там мовна основа. І от та мова, про яку сказала Маріанна, вона остаточно формується саме після війни. Саме це одеско-черновицький язик, в якому є дуже багато елементів їдиш, єврейської, новоєврейської мови, є чимало українських елементів, є молдавсько-румунські елементи, є трошки польського, мало, але є. І саме ця мова, яка відходить, в Одесі встигли видати на самому початку 90-х років толковий словарь полуживого одеського язика. Значить, ця мова відходить в побуті, але вона лишається у спогадах і одеситів, і чернівчан. Ця мова ще використовується на Брайтон-Біч, в Хайфі, в Берліні, ну всюди, де вихідці з наших міст опинилися. Цікавість до цієї мови починає зростати. І от ті, хто нею володіє блискуче, хто може передати комізм ситуації в таких містах, як наші, вони зараз дуже затребують. Буквально зовсім недавно наша гостя приїхала з Кавказу. Вона виступала перед нашими друзями-вірменами. І я думаю, хоч пару слів про це вона скаже, я сам аж трясуся, хочу це почути. Тому що, знаєте, 22 роки Радянського Союзу нема, все найгірше забулося, а найкраще ми згадуємо. І ці контакти не хочеться переривати. Якщо я не помиляюся, там і естонець був серед вас, так? Там були вихідці з Росії, з України. Оце, як я вважаю, це дуже важливий момент нині. Глобалізація – глобалізацію, але ми повинні не загубити те, що в нас було добре. А добре – це творчість. І творчість справжніх майстрів. Я думаю, що більше мені вже нема чого говорити. Я передаю слово Маріанні. І я думаю, що сьогодні ми з вами порадіємо, посміємося. Нам сьогодні буде дуже приємно згадати те, що багатьох з нас отак відкладено, може, назавжди, в нашій пам'яті. Дякую. Всегда очень тяжело начинать. Я в первую очередь, мне нужно встать. Зачем? Нет, ну читать, если текст, то я буду стоя, наверное, да? В первую очередь, я хотела вам представить этот стенд. Это не все мои книжки. Мы дома посчитали с допечатками и с другими названиями, с допечатками новых рассказов. Их 20 книг, и сейчас ушла в издательство еще одна новенькая книжка. Но вот эти все книжки, это теперь ваши книжки. Спасибо, что вы меня пригласили. Потому что... Спасибо вам. А потому что я уже лет 12, наверное, езжу по разным городам с разными форматами концертов, встреч, литературных вечеров. Но дома, честно говоря, меня еще никогда не приглашали. И самое интересное, что 2 дня тому назад в Новоселице, где мы сейчас живем, меня наградили серьезным, очень серьезной наградой имени Сабадаша. Это такая награда, которая вручается раз в год Новоселице, ее была удостоена София Ротару, Лиля Сандулеса, по-моему, Николай Мозговой, да? Васкан Василь, Василий Васильевич Васкан, естественно, наш родной. Вот, и вот меня наградили в городе. И спасибо большое. Спасибо. И вы знаете, а до этого месяца, в апреле месяце, в конце апреля, я поехала в Москву. Для меня это было потрясение. Вот эту книжку «Дракон из Перколаба» я посвятила нашей подруге. Здесь сидит Петро Кобевко. Это наша общая подруга. Петя, Таня, его жена –
И мы с Аркадием остались у нее, в принципе, одни. Друзья, когда она уходила, хотя это был очень светлый человек, но когда человек заболевает, люди начинают его просто бояться. Вот. И мы с ребятами, с кобевками нашими, мы с Ленкой были до последнего дня, и как-то болело это все. И вот эта книжка была посвящена Лене. Тут половина книги, в принципе, она написана по-русски, потому что она писалась для московского издательства. Мы предполагаем сейчас с моим редактором, что мы ее переведем обязательно на украинский язык, потому что половина написана на бойківському, на лемківському диалекте, и я никак не ожидала, что вдруг она пройдет сначала в лонглист одной из самых престижных международных премий, то есть практически после русского букера, это вторая премия по престижности, по, ну не знаю, как там у них это называется, я увидела абсолютно случайно в интернете, что она вошла в лонглист. Потом вдруг мне написали, что она вошла в шорт-лист, и я спокойно поехала туда, купила платье, поехала туда получать свою третью премию, предполагала, что, ну, третью она займет. Ну как, кто? Там в жюри сидели такие люди, а председатель жюри был Чупринин, главный редактор журнала «Знамя», как у нас в газете написали, что он главный редактор часопису «Прапор», мне так сподобалось. Вот, и я подумала, что ну никак не может она, там были такие люди из Лондона, из Соединенных Штатов Америки, из Австралии, все это были столицы, люди такие раскрученные, известные. Ну, я предположила, что третью премию сейчас мне дадут. И вот объявили, значит, приехали мы в этот президент-отель, проходили туда, как в Пентагон, там 5 степеней защиты, надо было специально рассылать пригласительные с данными паспорта, я пригласила сестру свою, с подругой пригласила издательство. И вот, наконец, мы пришли в этот президент-отель, и я вдруг ощутила какую-то вокруг себя суету журналистов, то есть все они были в это посвящены и держали интригу до конца. Увидела, что там каналы подбегают ко мне, один, второй, третий, канал «Культура» от меня не отходит, все время держит, я не могу понять, почему. Вот, ну, думаю, ну, вот я приехала из села, там, якась гуцулка приехала, такая кастурбата, зараз буду выступать, вот, и, ну, думаю, просто как экзотическое животное снимаю. Вот, потому что там поприезжали такие, чуть ли не в такси, да, в смокингах. И вот объявляют, наконец, там было три номинации. Первая номинация – это была поэзия, потом номинация была малая проза. Объявляют, значит, третью номинацию и вызывают не меня, а приехали Ковальские с Галиной Михайловной. Радуга, главный редактор. Ну и потом сидят вот те, кого я пригласила. Сидит издательство «Аттикус», «Азбука», где я сейчас работаю. И я понимаю, что у меня не третье место. И я просто, меня все уже вот все. Потом объявляют второе место, оказывается, у меня не второе место. Понимаете? И в это время мальчик, который из... там было посольство, надо отдать им должное, посольские потом подошли ко мне, спросили, футбол, не играю ли я в футбол. Потому что такие победы им и в футболе нужны. Вот. И вот этот мальчик из посольства, он тут же, значит, тиснул фотографию в Facebook. Я еще не выходила за премией, а он уже написал, что у меня первое место. Потому что третье и второе объявили. И когда я вышла получать первое место, я предположила, что все-таки за всем этим все равно стоит Лена. Тут она Владка. Потому что вот что у нас происходило вот там у Пети с Таней и у их дочери Оли, мне кажется, вот те успехи, что Оля поступила в мединститут, что Ира наша съездила в Америку, Ленина племянница училась там год, что наши дети поступили. У меня все время ощущение, что за этим всем стоит Лена, наш вот ангел-хранитель. Вот, поэтому я предположила, что все-таки эта книга, хотя потом мне говорили, что там она уникальная какая-то, там она там... Она очень тяжелая, я переболела после того, как я ее написала, и меня за шкирку вытащил профессор Тащук, вот в камеру говорю спасибо большое, не знаю, жила бы ли я, Виктор Тащук, и вот теперь вот ее не было, она есть, родилась, у меня ощущение, что тут живет Ленкина душа, наши Лены, вот мы все ее любим, моя мама, мои все родные, Петя с Таней, с Олей, в общем... Вот, в общем, извините за сумбурную речь. Да, так вот, после этого, вот когда я приехала в Новоселицу, верите, что я волновалась еще больше.
от того, что меня при жизни признали в городе, в маленьком городе, где, собственно, мне казалось, что никто не знает, чем я занимаюсь. То есть я мелькала там то на рынке, то в магазине, то на стадионе с детьми играла или собаку выгуливала, но никто не знал, чем я занимаюсь. Бродила там какая-то вот жена вот человека, которого знали. А чем конкретно я занималась, никто не знал, и вот вчера, значит, им очень как-то, ну, очень по-доброму ко мне отнеслись, я была ужасно счастлива. Вот, я хочу вам сказать, значит, вот эти книги принадлежат библиотеке. Тут у меня остались лишние книги, я их вытащила из маминых шкафов, больше у меня дома нет, у меня есть пару экземпляров только своих. Значит, я их не собираюсь продавать, я хочу их подарить просто за, ну, скажем так, за самые лучшие вопросы, которые вы мне зададите, на которые будет интересно отвечать. Вот, а обычно на таких встречах... Я вообще-то не знаю, какой формат именно, ну, у Валика я смотрела, там, конечно, совершенно была другая история и другое содержание. А, кстати, Валентина нету, да? Ну, снова не пришел. Он должен был прийти. Вот, а я обычно читаю просто свои тексты, потому что через тексты как-то видно и меня, и то, чем я занимаюсь, и, ну, не знаю, и работу свою. Вот могу только так показать, потому что я не знаю, о чем говорить и что рассказывать. Единственное, что я вам хочу сказать, что работа моя с книгами началась, ну, то есть писать я начала серьезно с тех пор, как меня опубликовали первый раз в Одесском юмористическом журнале «Фонтан». И потом первые книги, вот первая книга «Поезд в Черновцы», вот она вышла в Одессе, это одна из первых, это не самая первая книга. Вот, значит, она собрана из рассказов, которые были опубликованы в журнале «Фонтан». Я продолжаю в этом журнале сотрудничать и как бы уже даже предполагаю, что буду сотрудничать еще больше и теснее, вот, именно с Одессой. Ну, а все остальные уже изданы в издательстве «Эксмо Москва», а потом в издательстве, вот, последняя книга в «Азбука Аттикус», вот он, четвертый звонок. Да, по поводу еще «Дракона из Перколабы», я им хочу сказать, что мы открыли с моим менеджером страничку в Фейсбуке, пока она пустая, называется она «Дракон из Перколабы». И если вот сейчас мой муж и друг детства пообещает вам кровно, что он отсканирует свои работы, которые он написал, цикл работ, который называется «Дракон из Перколабы», поверьте мне, у вас будет впечатление еще больше от того, как он, как воспринимается вообще эта книжка. Вот, он обещает. Вот, а теперь я могу почитать. Вот, уже роман начался на моих глазах. Да? Естественно, так ради этого мы и собрались. Есть у меня смешные тексты, есть не очень смешные, есть черновицкие. Кстати, я, там у меня много разных там премий, дипломов, честно говоря, вот они часто расходятся, ну... Еще одну важную вещь я должна вам сказать. Нет, даже две. Вот. Первая вот об Армении. Вы знаете, я стала участвовать в так называемой миссии, которая называется «Миссия народная дипломатия». Инициатором этой миссии стал предприниматель из Эстонии Мейлис Кубиц. Но меня в эту миссию приглашают или как одесского писателя, или как представителя московских издательств. Мне обидно, потому что, когда я приезжаю, я всегда беру с собой вышиванку, и вот, скажем, на выступлении в университете брюсовском, в университете другом, там их три русских университета в Армении, потому что русский язык, у них очень много разных диалектов, поэтому они общаются на русском между собой. И вот в конце своего выступления, я читала там веселые рассказы, я сказала, что, вы знаете, там меня попросили спеть. Я обычно всегда пою где-то там в Эстонии, там в Крыму, в Москве, в Санкт-Петербурге. Я всегда пою лемкевские какие-то песни, потому что мы их собирали с мужем, мы ездили в горы. Или там коломыки я пою. Давайте потанцуем, не выключайте. И в этот раз мне сказали, ну, спойте, у меня есть там песня про Марину, яка там ходить, блудить, там про Івана Якіни, Василь Якіни хоче її кохати, а там же дитина,
ось такие. И я, значит, решила все-таки последний момент поменять, и у меня просто, ну, настолько поразило впечатление, ой, реакция этих людей. Значит, я им сказала: вы знаете, я сюда приехала вот на родину, даже не на родину, а, да, ну, этническую родину человека, которого я просто обожаю. Мне кажется, что лучше о Гуцулах, красивее, умнее, мудрее фильма не снял никто такого, как снял его армянин Сергей Параджанов. И я вам спою сейчас песню, которую он сам любил, то есть там я сказала, и сейчас я же не собираюсь петь. И говорю, и сам любил, и даже он попытался, и он ухитрился втиснуть эту песню дважды в кино. Я это кино смотрю, знаете, как из произведения искусства, я знаю там каждый кадр, я даже вижу там ганч, там вот заусенцы маленькие, крохотные, заусенцы даже видно, где-то там ассистент выпустил голубей и спрятался. Вот это доли секунды, но я их настолько его хорошо знаю, что я его... Вот, и, естественно, вербовая дочечка. И я говорю, сейчас, я говорю, чтобы вас не оглушить, я отойду от микрофона. Они решили, что она тут нам таким сладким голосом читала. Я отошла от микрофона и запела так, как ее положено петь, да? От всей души. Вот, и, конечно, в общем, я их купила этой песней с потрохами. У меня на самом деле в разных местах, вот по миссии народной дипломатии, были разные концерты, разные встречи. И сейчас, значит, миссия занимается чем? Вот она занимается тем самым. Она говорит языком культуры, искусства, музыки, потому что в миссии едут и музыканты, и художники со своими выставками, и писатели, и поэты. Там проводятся не только концерты разные, а мастер-классы, классы, обмен мнениями, хорошие вечера такие добрые, без красных дорожек, без голых спин, без вот этого показушности этой, понимаете, по-настоящей такие дружеские встречи. Вот, и в следующий раз, значит, в октябре месяце миссия будет проводить в Одессе программу «Дедгиза». Там будут собраны книги, переведенные на русский язык с разных языков, детские книги. Спасибо большое. Вот, меня пригласили туда, спасибо, модератором, и я считаю, что это, конечно, большая честь. А следующая миссия в июне месяце будет или в Грузии, или в Минске, и туда я бы уже хотела поехать, как Черновицкий все-таки автор, и взять с собой наших местных музыкантов. Вот мы с мужем слушали двоих просто маленьких гениев, которые играют один най, а второй аккордеон. Просто ничего другого, ни оркестров не Костюки. Надо, ничего. Гостюки, братья Костюки. Да. Вот. То на миссию нам ничего там не платят, нам просто оплачивают дорогу, и мы туда приезжаем, просто ищем вот с людьми общий язык. Кроме всего прочего, есть, конечно, какие-то гуманитарные миссии, понятно, связанные с помощью детям, старикам. И я вам скажу, что если бы я была более известна в Черновцах, то, конечно, я бы взялась за гуманитарную миссию, за организацию концертов, встреч в пользу детей онкобольных и в пользу стариков, которые живут в приютах, ну, в домах престарелых. Но поскольку у меня нет пока такой известности в Черновцах, а вы же понимаете, что открывать ногой к чиновникам двери должен человек с медийным лицом, поэтому я так стараюсь поближе к камере, вот, для того, чтобы, вы же понимаете, что все эти миссии, их начинают же немедленно подозревать, и там в чем-то, и корыстным, и так далее, поэтому это должен быть человек известный, поэтому, если вдруг кто-то захочет, я обязательно подключусь и поддержу, и с удовольствием буду участвовать вот в таких вот программах. В общем, я вам наговорила... поняли вы меня или нет, но все, что я хотела вам сказать сегодня, я уже сказала, теперь я буду читать. Да? Да? Обычно я начинаю всю свою программу с одного и того же рассказа о наших уехавших из Черновцов. Называется он «Зельман Тапочки», я думаю, что многие из вас его слышали. Уезжал Шамис, сказал: «Приходите, возьмите, что надо.
Народ потянулся прощаться и брать. Горевоцкие тоже пошли, оказалось поздно. А на полу в пустой гостиной валялась только стопка нот песни советской эстрады, а на подоконнике стояла клетка с попугаем. Горевоцкая, тайная жадина, стала голосить: «Да зачем же вы уезжаете?» Кидаться на грудь Шамису, косясь, а вдруг где-нибудь что-нибудь. Шамис, растроганный показательным выступлением Горевоцкий, говорил: «Что ж вы так поздно, вот посуда была, слоники, правда, 5 штук, кремплены, книги, а Горевоцкий шаркает ножкой: «Да что вы, мы так за даром пришли?» После горячих прощаний Горевоцкая уволокла таки ноты и попугая, не идти же назад с пустыми руками. Попугая Жако звали Зеленый. Зеленый был серый, пыльный, кое-где битый молью, прожорливый и сварливый. На вопрос, сколько ему лет, Шамис заверил, что Зеленый помнит все волны эмиграции, даже белую в 20-е годы. Первый день у Горевоцких Зеленый тосковал. Сидел нахохленный, злой, много ел. Во время еды чавкал, лыкал и плевался шелухой. Бронился по птичьи, бегал туда-сюда по клетке и громко топал. На следующее утро стал звонить, как телефонный дверной звонок. Да так ловко, что Горевоцкая запарилась бегать то к телефону, то к двери. Еще через сутки попугай прокричал первые слова. «Дзельман, тапочки! Надень тапочки, сволочь!» «Что он и у Зельмана жил?» – заключила Горевоцкая. Зельман Брониславович Грес был известным в Черновцах квартирным маклером. Последующие 5 дней Зеленый с утра до вечера бормотал схемы и формулы квартирных обменов, добавляя время от времени вам, как себе: «Побойтесь Бога, моим врагам и имейте сострадание». Тихо это бормотание внезапно прерывалось истеричным ором: «Зельман, тапочки, надень тапочки, сволочь!» Через неделю в плешивой башке попугая слоился еще один временной пласт, и Зеленый зажужжал, как бормашина, одновременно противно и гнусаво напевая: «Она казалась розовой пушинкой в оригинальной шутке из писца». «Заславский, дантист!» – радостно определила Горевоцкая. «Я в молодости у него лечилась!» – хвастливо добавила она и мечтательно потянулась. Зеленый перестал есть и застыл с куском яблока в лапе. Он уставился на Горевоцкую поганым глазом и тем же гнусавым голосом медленно и елейно протянул: «Хороша! Ох, как хороша!» Горевоцкий тоже посмотрел на жену. Плохо посмотрел, с подозрением. «Может, он тебя узнал?» «Да ты что!» – возмутилась Горевоцкая. «Побойся Бога!» «Имейте сострадание!» – деловито заявил Зеленый и, громко тюкая клювом, принялся за еду. Ночью он возился, чесался, медовым голосом говорил пошлости и легкомысленно хохотал разными женскими голосами. «Бордель!» – идентифицировал Горевоцкий, злорадно глядя на жену. «Значит, ты не одна у него лечилась?» От греха попугая решили отдать другие руки, недорого. Зеленый в ожидании участи продолжал напевать голосом дантиста, внимательно следя за Горевоцкой из-за прутьев клетки. «Моя снежинка, моя пушинка, моя царица, царица грез». Вечером пришла покупательница, большая любительница домашних животных. Зеленый пристально взглянул на потенциальную хозяйку, отвернул голову и скептически изрек: «Ничего особенного, первый рост 60-й размер». «Это я первый рост?» – возмутилась покупательница, обиженно шваркнув дверь и ушла. «Магазин готового платья?» – предположил Горевоцкий. И тут же засомневался, хотя попугай в магазине. «А может, Фима школьник, он немножко шил?» – покраснела Горевоцкая и опустила ресницы. Дядя Гарри Гельмер, наш дворник, рассказывал как-то, сидя во дворе в теплых летних мягких сумерках, как его отец Яков Гельмер, управляющий Черновицкой пуговичной фабрикой, частенько ездил в Вену по делам или отдохнуть. Вообще, в те времена, когда черновцы, тогда черновицы еще были Австрией, портреты короля Франца Иосифа висели в каждой витрине, а бравые революционные матросы курили свои папиросы в других местах, далеко от нашего миниатюрного, изящного, элегантного города, тогда было модно ездить в Вену. А самым романтичным обычаем в тогдашних черновицах был обычай вывозить в Вену своих невест на кофе. Вот об этом поподробнее. Вот, например, Бена Гельмер, молодой управляющий пуговичной фабрикой, щеголеватый молодой человек, немного чудаковатый, немного застенчивый, добрый, веселый, умный, любопытный, знакомится на ежегодном балу Банковского союза с милой девушкой по имени Стефания, хорошо воспитанная, образованная, гимназия, языки, фортепиано, манеры, из семьи доктора Брахвита, черновицкого светилы. К
как знакомиться? Ну, конечно, не как тебя зовут, крошка, или назови свое имя, детка. Нет, молодого Гельмера и девушку из приличной семьи Стефанию Брахвит представили друг другу. Представили, и это уже давно было запланировано, представить этих милых молодых людей друг другу. Как это было тогда принято? Что вы? Это же не в метро знакомиться, или того хуже, на пляже. Фи, этим в Черновцах занималась мадам Замзон. Сама мадам Замзон вела картотеку состоятельных невест и женихов и перетасовывала карты их судеб, тщательно сверяя и сопоставляя. И никто никогда не жаловался. У мадам Замзон был наметанный глаз и хорошие манеры. Конечно, для Стефании мадам Замзон завела целую папку. Два поляка, студента, один немец, один украинец, один австриец из палаты адвокатов и еще один прекрасный юноша, вы правильно подумали, кто? Это прекрасный юноша, который, вы правильно подумали, кто и был Белнах Гельмер. На нем-то и остановил свой выбор доктор Брахвит. Ну, потом, после бала, на котором молодые люди влюбились друг в друга, как и предполагала мадам Замзон, приблизительно через месяц душевного томления молодой Гельмер приглашает Стефанию в концертный зал музыкального товарищества на выступление Черновицкого мещанского хора. Он пишет письмо, где просит родителей Стефании разрешения пригласить их дочь Стефанию на концерт. Родители Стефании долго обсуждают на семейном совете, тогда или нет, тянут с ответом, наконец пишут, ну что, ладно, они не возражают. Гельмер пишет, что будет счастлив заехать за девушкой в такой-то день на закате, когда часы на городской ратуше пробьют. Родители Стефании опять собирают семейный совет, тогда или все-таки нет, и пишут, что, в общем, кошмар, почтальоны нарочные с ног сбиваются доставить письма к сроку, носятся туда-сюда, загоняют коней и велосипеды. Стефания выезжает в сопровождении мамы, бабушки, хныкающего 10-летнего младшего брата Яшеньки, которому скучно и тесно в новом сюртуке, и старшей бабушкиной сестры тети Эрны, которая тоже очень хочет знать. Сопровождающие зорко следят. Тетя Эрна громко переспрашивает. Она глуховата. Молодые люди пожимают руки при встрече и прощании. Ах! Потом еще через 2 недели ежедневной переписки. Театр, в который является та же бдительная компания в шляпках со скулящим ребенком и тетей Эрной с перевязанной щекой, потому что у нее болит зуб, но она не могла пропустить. Дальше следует приглашение в песенное товарищество «Буковинский баян» и, наконец, легкомысленный на бабушкин взгляд поход в кондитерскую и прогулка, боже мой, прогулка по улице Геренгассе, ныне улица Ольги Коблянской, где, отстав на некотором расстоянии за влюбленной парой, постыло бредут мама, бабушка, ноющий Яшенька, объевшийся в кондитерской мороженую, и прихрамывающая тетя Эрна, страдающая подагрой легкой формы. И, наконец, Гельмер делает предложение. Фу, все уже устали. Гельмер устал, ему очень нравится Стефания. Потом, сколько можно терпеть эти шляпки за своей спиной и громкий шепот бабушкиной сестры тети Эрны? И надо торопиться. Завязывается интрига. Инженер по имени Рояль, сын архитектора Рояля, тоже делает Стефании предложение. Каков нахал! И это минуя мадам Замзон. Какая распущенность! И это не выдержав даже испытания капризным Яшенькой женской половины семьи Брахвитов и букетом недуги, недугов тети Эрны. Оба, и Гельмер, и Рояль, наконец, приглашают Стефанию в Вену на кофе. Все. Оба молодых человека в приемный у Брахвитов день наряжаются и с роскошными букетами цветов едут к любимой девушке с предложением. Но Рояль берет балагулу черновицкого извозчика, его лошадь плетется кое-как, а Гельмер едет на своей пролетке. Гельмер приезжает первым. Выбор за Стефанией Брахвит. Черновицы умолкли и ждут. Вот. Тут я должна прерваться и сделать очень важное отступление. Какой-то прекрасный был обычай в нашем городе. После помолвки достойные женихи вывозили своих невест в Вену на кофе. Что? Это совсем не то, что вы думаете. Как можно? Что вы? Молодой человек берет определенные обязательства и ответственность. Заказывает для девушки место в вагоне люкс. Сам едет в другом вагоне. Постоянно бегает проверять, удобно ли девушке в ее купе. Открывает ей окошко, закрывает ей окошко, носит сельтерскую или что-то там еще и ограничивается улыбками, нежными взглядами и пожиманиями рук. Прибыв в Вену,
Молодые люди действительно едут в кофейню, заказывают кофе. Кофе им подают венский штрудель, холодную воду в красивом высоком бокале и мацартинки, конфеты, специально вручную заказанные к этому дню и привезенные из Зальцбурга в кружевных коробочках. Влюбленные наслаждаются кофе и слушают музыку, которая в Вене звучит везде. И все! А вы что подумали? После кофейни влюбленные возвращаются на вокзал, садятся в разные вагоны поезда Вена-Черновицы и едут домой. Но всему городу понятно, что договор между семьями закреплен, и осенью девушка выходит замуж. Замуж она не может быть. Может, ее уже возили в Вену на кофе. Что вы говорите? Уже возили? Ну, раз уже возили в Вену на кофе. Миша, ты слышишь? Она таки выходит замуж. Вот было время. К чему я все это веду? К тому, что я в своей цветущей юности была совсем не хуже, чем Стефания Брахвит. Именно тогда, когда слушала этот рассказ от нашего старого дворника Гарри Гельмера, знавшего 5 языков и немножко латынь. Мне так хотелось ходить в башмачках, а не в шкарах, выезжать на балы, а не бегать на танцы, принимать приглашение на утреннюю прогулку, а не прошвырнуться вечерком. Все это было практически неосуществимо, потому что я очень опоздала и оказалась в своем веке человеком случайным. Но мне муж пообещал, что он отвезет меня в Вену на кофе. Ну, вопросы или читать дальше, как вы хотите? Я даже не знаю, который час. Я думаю, что читать дальше. Читать дальше? Читать дальше, а или потом может вопросы? Два рассказа слишком мало. Есть у нас... я вам прочитаю рассказ про своего сына. Его тут нет, здесь только моя мама и моя дочь. А сын у меня уже большой мальчик, он у нас офицер, майор, переводчик военный, тюркская группа, английский, румынский, кому надо, пожалуйста. Заодно и рекламу сделала ребенку. Но он был когда-то маленьким, вот не верится, а он был маленьким. Вот посмотрите на его папу, он чуть моложе выглядит сейчас. Наш мальчик. Рассказ называется «Жмелик» из рассказов про Даню. Ну, жмелик, я везде, где, куда бы я ни приехала, я везде пыталась объяснить, что такое жмелик, потому что, в принципе, выступала перед русскоязычной публикой, кроме Киева, конечно, и там еще каких-то наших украинских городов, но в основном я все время объясняла, почему жмелик. Ну, вот у нас дети же так разговаривают. Новоселец – это город, в принципе, русскоязычный, но есть, поскольку ребенок ходит в украинскую школу, він, знаешь, таке жмиль, и, в общем, смешалось, и вот он говорит на таком... все нормально? Да? «Твой сын закончит в тюрьме», — строго сказала соседка Элла, когда я приехала из командировки. «Вы совсем не занимаетесь ребенком. Твой ребенок растет, как репейник у дороги. Вчера твой ребенок жестоко избил мальчика Рикачевских и нагрубил тете Дине самохвалец. Сегодня во дворе все соседи это обсуждают. Твоему ребенку запретят играть с другими детьми. Твой ребенок вступит на неправильный путь, пойдет по наклонной рано или поздно попадет в колонию для малолетних преступников. И вот тогда я влетела в школу, где учился мой злоумышленник. Благо, школа находилась буквально через дорогу от того места, где я тогда работала. Постучала в дверь, где было написано 3 А-класс, и попросила сына на секунду. И учительница Светлана Ивановна, которую мой изобретательный ребенок звал Сметана Сметановна, за блондинистость, пышность и белокожесть, ласково сказала: «Данилка, а к тебе мама пришла». «Ага, Данилка», — думала я. «Тот еще Данилка, позор семьи моей, Данилка». Ко мне вышел мальчик меньше самой маленькой девочки в классе, ростом с корзинку для бумаг, зеленую такую, сметаны под столом, и, выходя из класса, сообщил классу туда себе за плечо: «А ко мне мамочка пришла в школу, ага», а потом задрал на меня свою веселую и смышленую мордашку. У меня хорошее воображение, но я никак не могла представить, как этот клоп напал на мальчика Рикачевских, выше его на 3 головы и старше на 4 года, набросился, хорошенько его отметелил и, походу, еще нагрубил тете Дине, именитой нашей соседке тете Дине. Тетя Дина самохвалится, это вообще отдельный цирковой номер. Тетя Дина — это не Настя, это катастрофа. Тетя Дина самохвалится — это горючий взрывной гибрид асфальтового катка, который основательно укладывает всех и вся под свои колеса, и сирены гражданской обороны.
Есть подозрение, что у нее где-то на животе приделана кнопка, и достаточно малейшего повода, чтобы тетя Дина Самохвалец, порывшись в пуговицах своего необъятного халата, ткнула в нее железным своим указательным пальцем и завелась с полоборота. Когда она орет, собаки прячутся в щели и подвалы, коты прижимают уши, птицы падают с неба замертво, в домах звенят стекла и люстры, а электрики и сантехники нашего ЖЭКа моментально писаются от страха. И мой клоп нагрубил вот этому вот стихийному бедствию. Я сказала ему, такому маленькому и такому объективно симпатичному: «Даниил Аркадьевич», когда я сержусь, я всегда так его называю, «Даниил Аркадьевич», сказала я своему потенциальному заключенному будущему каторжнику, узнику и острожнику, «есть мужской разговор, пройдемте в сад». Он весь уже издергался за те две минуты, пока трусил за мной по коридору, потом по ступенькам школьный сад, ужас, но я такая была идиотка, еще хуже, чем сейчас. А внутри у него в животе дрожал заячий хвост, и на мордочке было все видно, как ему не по себе. «Рассказывай давай», — усадила я его перед собой, — «почему ты отлупасил Рикачевского и нагрубил тете Дине Самохвалец?» Данька виновато взмахнул на меня ресницами, вздохнул глубоко и начал. «Я нес жмелика на цветочке. Сколько жить буду, всегда буду помнить, как он это сказал. Он сказал это так, что я поняла, что он нес на цветке, бережно и осторожно, аккуратно ступая, не сводя глаз со своей мохнатой рыжей ноши, он нес на цветке не просто шмеля, а величайшую для себя живую ценность. Я нес жмелика на цветочке, я его нашел в траве. Он там гудел. Я хотела его пересадить на куст повыше, чтобы на него не наступили. Нес-нес. И почти донес. А тут прибежал Рикачевский и сбил жмелика с цветка на землю. И я наклонился, чтобы его подобрать. А Рикачевский засмеялся и накрыл его ботинком своим, ботинком, который был у него на ноге. И топтал его, топтал, топтал тысячу раз. Втаптывал его, жмелика. И жмелик это. И тогда я это... Как дал Рикачевскому в нос, чтобы он знал, и Рикачевский заревел, а тетя Дина Самохвалец на лавке во дворе раскричалась, что это делается, ага, этот ребенок Даня этих со второго этажа, он же хулиган какой, ага, он же бандит, он же убийца, ага, негодяй какой, ага. А я сказал: тетя Дина Самохвалец, вы сами хулиган, тетя Дина Самохвалец, бандит, убийца и негодяй. И потом я пошел домой и был дома тихий-тихий, а бабуля сказала: Даня, кушать, а мне хотелось лежать в темноте и все. Мы с ним помолчали немного, а потом обнялись. Если кто не знает, человека, особенно маленького, надо обнимать минимум 7 раз в день. Минимум, а то и больше. Это очень полезно. И поэтому я обняла его, а он обнял меня. И потом я задала совсем какой-то неправильный с точки зрения воспитания, педагогики вопрос. «Даня, этот Рикачевский, он же такой высокий, длинный. Как же ты достал до его носа?» И немного картавя от волнения, Данька поерзал в моих руках, поднял ко мне лицо и ответил, немного удивляясь моей непонятливости: «Как-как? Подпрыгнул?» Я прижала его к себе всего целиком, маленького, в форменном синем пиджачке со школьной эмблемой на рукаве, всего пальцы со следами фломастера, макушка стриженная, пахнущая орешками, мягкие ушки. Прижала его к себе и, немного помедлив, спросила: «Ты потом плакал?» Данька всхлипнул мне в кофту и буркнул: «Еще чего». Тут нет книжки. Я хочу вам прочитать про одну встречу интересную. Пусть немножко что-то. Познакомилась я на рынке с прекрасным петухом. Огромный, как сенбернар, мускулистый, пестрый, величественный и крикливый. Он сидел в своей тесной кроличьей клетке. У него был такой вид, будто он сидит на корточках, курит чинарик, сплевывает. Руки у него все в татуировках, и он же порвал в гневе свою тельняшку. Он сидел и смотрел на всех брезгливо и с ненавистью. Каждого провожал взглядом, не обещавшим ничего хорошего. Я впервые видела петуха, глупую, как принято считать, птицу, с таким осмысленным выражением лица, зачеркнуто мордой, зачеркнуто головы. Если подходил покупатель, глаза и гребень петуха наливались красно-бурым, петух вскидывался и орал, не кукарекал, а воинственно отчетливо орал, если прислушаться матом. «Зачем ты продаешь такого восхитительного парня?» – спросила я у хозяйки. «А ты будешь покупать? Если нет, тогда скажу». Странно, ответила хозяйка. Галя ее звали. «Не буду». «Ладно. Понимаешь, он ведь был большой начальник в нашем курятнике.
Куры с троем ходили. Да что в курятнике, что куры. Коты сбежали, красавцы оба. Поселились в соседнем доме, видела, как через забор подглядывали, а один, что поменьше, даже перекрестился ей-ей. Собаку, сволочь такая, затравил. Здоровый пес, теленок, практически, веришь, на дереве живет. А мы вообще, Галя смахнула набежавшую слезу, только бегом ходим, в развалочку нельзя, потому что он, Галя ткнула пальцем в клетку, потому что он сидит в засаде и ждет, и как только кто-нибудь появляется, он сначала крадется, скотина, ты бы видела, чисто балерина на цыпочках, а потом как вылетит с криком, и бежит, и топает, и все мы бегаем, а соседи, прохожие случайные, куры дура аплодируют и ржут, прям ржут. Ну, хихикают, Галя закурила, а петух прищурился, уставился на Галю недобро, с осуждением, квохнул, свирепо щелкнул клювом. Мы же все цветы и кусты во дворе вырезали, представляешь, потому что он там прятался и оттуда за нами охотился. И что, спрашиваю, больно клевал? Клевал! Галя вогнала окурок в пустую сигаретную коробку, коробку прицельно бросила в урну, и все это под неодобрительные комментарии из клетки. Если бы просто клевал! Он откусывал, а потом еще хуже, он нашел щель в заборе, стал на улицу вырываться, гоняться за машинами и велосипедистами. А вчера, Галя помотала головой, отгоняя страшные воспоминания, вчера он фуражку домой принес. Какую фуражку? Форменную, участкового нашу фуражку. Напал, отобрал и принес. Ужас. Участковый из-за забора причитал, напугался ведь, он сам страх наводил на весь микрорайон, а тут такое. Он кричал, что беркут вызовет, что застрелит этого бандита. Мы когда ему фуражку через забор вежливо перекидывали с деньгами, он деньги обратно кинул! Ужас! Он когда уходил, фуражку локтем так чистил, а что там чистить? Дуршлаг, а не фуражка. Он зубом поклялся, что маме скажет и папе. А родители его мясники, здоровые оба с топорами. Они нашему Петечке запросто шею свернут. Петух в клетке, как мне показалось, смущенный и кокетливо отвел глаза куда-то в небо и ласково курлыкнул. Так вот я тебе честно скажу, отдаю даром. Ничего не надо, за просто так. А может, и доплачу? А? Ну, в добрые руки, с гарантией, что его не тронут, ну, на суп не переведут. Хотя Галя как-то недобро по-петушиному квохнула. Кто же его догонит? Мы вон весь курятник сетями обложили, когда его отлавливали. Я еще ничего, Галя показала многочисленные замазанные зеленкой ссадины, а муж вот лежит. Ну, я вижу, ты же добрая, а? Петух вдруг поник головой, осел большим ярким стогом и горько опечалился. «Бедняга!» – прониклась я. «Притворяется, не верь! Ну шо, возьмешь?» Я обещала подумать. «Так я вот о чем. Никому на склад или на секретный завод, или, может быть, на военную базу. Охранник не нужен, а? Стоп, может, в НАТО позвонить? Может быть, на границу возьмут?» Ну что, вопросы или читать дальше? Отдыхай. Вы устали? Я нет. Я читаю по полтора часа, у меня концерт. Ви так кожна, хто маєте, так? Але, мабуть, почнемо з питань. Доки питання готуються, я вам задам. Пожалуйста, я вас слушаю. Как там? Чук и Гек. Чук и Гек, рассказываю. Мы с мужем Аркадием гуляли у реки, поехали далеко и решили, поскольку он сейчас работает в президентском проекте, мы решили посмотреть, строится ли мост, который Азаров пообещал построить. Значит, мы приехали туда, и там было пусто, проехала какая-то пыля машина, причем быстро она смоталась, и, видимо, из этой машины, так мы поняли, в реку были выброшены два щенка, такие как, размером с ладонь,
Вот. И эти малыши такие оказались бойкие довольно, и они пошли куда-то. Вот они вдвоем, один за другим, они пошли. Куда-то они пошагали. Куда они пошагали? В лес или еще куда-то. И мы поняли, что их через полчаса сожрут просто. Ястребы летали над прутом, орлы летали, искали поесть, собаки дикие. Ну, это был лес, река. В общем, понятно, что они бы там не выжили. Вот. И мы решили их подобрать и выбросить в селе. Но когда, значит, мы их подобрали, поймали, я их усадила к себе на колени, они уснули. И мы их привезли, конечно, домой. Дома у нас, я не знаю, мы брали его щенком, вроде как говорили, что собака. Вырос в огромного медведя. Лайка, амур, значит, с интеллектом пока там сложно, с образованием тоже, но он еще такой, но вырос хорошо, кормили его хорошо. И мы очень боялись, что, значит, он их просто сожрет, эти щенята на один укус. Но он оказался благородным парнем и понял, что это живые и маленькие существа, и вот мы их тихонечко лечим. Мы их подлечили, мы их прокапали. В общем, все, что надо со щенками делать, мы сделали. Сейчас мы ждем, когда нам скажут, что им можно делать прививки. И мы уже нашли для них добрые руки. Их берут вдвоем, потому что они друг без друга жить не могут. Они очень скучают. Мы пытались их разделить, не получается. Поэтому их берут вдвоем. Два черных щеночка с белыми галстучками. Хорошие парни такие. Вот. Спасибо вам за вопрос. Вам спасибо за ответ. А главное, спасибо за... человеческие качества. Прошу питання. Мар'яна, чому ви невідомі журналіста? А хто вам сказав, що ви невідомі журналіста? У мене нет здесь агента. Верите? Вот всего-навсего. То есть есть люди, которые занимаются тем, сейчас, понимаете, книги, можно выпустить телефонный справочник, назвать его «История любви» и издавать его, и тут дело в продажах. Естественно, издательства хотят книги продавать. Ну и везде есть люди, которые в этом участвуют. Ну, скажем, в Киеве мои концерты организует журнал «Радуга», я с ними сотрудничаю. И есть люди, которые работали, продавали книги в «Эксмо». В Санкт-Петербурге есть такие люди, которые занимаются продажами. Они тоже организовывают эти концерты. Плюс в Санкт-Петербурге есть люди, которые, ну, я не знаю, вы знаете, что сюда, ну, это первая причина, что здесь у меня нет литературного агента. Нет человека, который бы этим занимался. Но я же не могу прийти к заведующему отдела культуры и сказать, я хочу выступить, а деньги, которые мы соберем, я хочу передать там, ну, в дом престарелых. Он меня не поймет. Я даже когда пыталась там... ну, я их не знаю, к сожалению, или к счастью. Я сотрудничаю с газетой «Еженедельником Зеркало недели» и пишу колонку, которая называется «Разговоры о главном». И я искала красивых людей, не медийных, неизвестных, чтобы о них написать. То есть так я написала об Игоре Каре, нашем друге детстве. Ты помнишь Игоря? Петя, ты помнишь еще его? Его уже нет в живых, Игоря. Так я написала о нашем профессоре Тащуке, который просто на моем примере, на моем собственном примере, он же меня совершенно не знал, он меня схватил за шкирку и как бы вытряхнул из меня какие-то мысли черные, и депрессию, и все болезни. Вот такой человек оказался, ну, просто благородный, который правильно просто подошел к лечению человека. Он меня не заколол лекарствами, а сделал так, как надо. То есть как вот... случилось, и я жила буквально за месяц. Ну и разные там были. И вот я пыталась найти кого-то. Я хотела написать об органистке вашей, там, об актрисе Лоре Попенко Журавлевой. Вот. Но как-то у меня не было ощущения, что они хотят, чтобы я это сделала. То есть не люди эти, а именно управление культурой. Ну, не знаю, собственно, не могу грешить. Не знаю пока, но... никого пока они мне не предложили. Вот. Ну и потом, во-первых, дома узнают об этом позднее всех. Я писала, мама об этом узнала тогда, когда книжка готовилась уже к печати.
Я боялась больше всего ее осуждения там, или ее замечаний, потому что мама у нас прирожденный редактор, а мамина подруга, ее уже нет, Екатерина Петровна, когда прочла мои тексты, она сказала, что ее будут издавать в Москве. Мы так посмеялись тогда, и через 10 лет мою первую книгу издали в Москве. Ну, опять же, я ничего не объяснила, по-моему, правда? Но я вам хочу подарить свою книжку. Спасибо вам большое. Прошу, питание. Ну, я почитаю. Какая самая любимая книга, Мария Ивановна? Ой, у меня, я не люблю свои книги. Я... Не люблю. Я не разрешаю даже маме перечитывать книги, и мужу. Я говорю, не перечитывайте, они нехорошие. У меня, к сожалению, есть такое. Знаете, почему я люблю театр? Потому что всякую сцену, которая тебе не понравилась, ее можно переделать. Да? Не кино, а именно театр. Точно так же, как всякую книгу вот из этих всех я бы хотела переписать. Единственная книга, которая мне симпатична, какие-то отрывки и куски, это книга «В ожидании конца света», ее тут нет. Она очень легко написалась, это книга о моих родителях, о родителях Аркашиных, о людях из Новоселицы, о истории Новоселицы. Ну, она такая получилась сборником, таким новелл. Ну, вот какие-то вот куски оттуда. Еще мне нравится, но я думаю, если перечитаю, мне захочется ее переписать. Не... Вы много читаете, Марина? Да, ну да. То есть, ну да, конечно. Вы знаете, какое-то время я вдруг ослепла. Ну так получилось, да, и я перестала видеть, и мы готовились к операции с мужем, мы просто собирали деньги, операции эти дорогие, и вот здесь не брались. В Одессе сказали, мы попробуем, и мы готовились. И это время для меня было самое страшное время в моей жизни, потому что я не читала. Это было ужасное время. А кто из ваших, кто из авторов зарубежных наших? Вам нравится? Ой. Современно. Ну, последняя книга, которую я прочла. Да, я вам скажу, что я очень люблю Нарине Абгарян, детские ее книги. Я очень люблю Тиняком Жаванадзе. Это замечательная писательница грузинская, которая пишет по-русски. Мне нравится. Новеллы Померанцева. Я с удовольствием их читаю. Я бы, конечно... Но новеллы о городах, не о вине. Вот. Ну, назовите авторы. Ну, вот недавно совсем я открыла для себя Вагнер. Есть такая Яна Вагнер, она написала книгу, которая называется «Вон Годера». Удивительная книжка, просто очень хорошим языком написана. Для меня вообще важен язык. Ну, Дина, конечно, Улицкая. У вас в Киеве были вечера? Да. Хорошо. Очень хорошие были вечера. Мне понравилось, знаете, чем? Вообще, как-то у меня в Киеве все мои вечера были связаны не напрямую, но с политикой. Скажем, один вечер, который у меня прошел, значит, у меня сел телефон, и я забыла подзарядку дома, и подзарядку взяли у Мельниченко. Оказалось, что офис Мельниченко, того самого, и офис «Радуги», они находятся в одном здании, причем это здание бывшей гимназии, где когда-то училась Горенко Анна Ахматова. Вот, и поскольку мне нужно было срочно подзарядить телефон, тут должен был быть концерт, а мне родные мои не знают, где я и что я, то они пошли и взяли у Мельниченко, и я так до сих пор думаю, прослушивается мой телефон или нет. Вот. И второй случай, значит, это было в посольстве, в русском консульстве, замечательный предновогодний был рождественский вечер, меня принимал атташе, это было, ну, прекрасно просто, и не хватило стульев, столько пришло народу в огромном зале, и они побежали, и оказалось там, значит, офис нашей компартии украинской где-то недалеко, и они оттуда у компартии, значит, взяли стулья, сказали, к вам люди все равно не ходят, дайте нам. И, в общем, забрали эти стулья. Ну, вот такое. Ну и плюс, конечно, есть у меня среди политиков свои читатели. Интересно, кто? Ну, есть. Читатели. Есть читатели, есть. Ну, да, читаю. Вот. А вообще я люблю, конечно, Улицкую. Я считаю, что это совершенство. Улицкая. Я очень люблю Дину Рубину.
из наших украинцев, я очень люблю поэзию Жадана. Ну, не будем показывать пальцами, чью поэзию я люблю. Я считаю, что это наша украинская Марина Цветаева. В свое время я даже писала что-то о ней, что она была, что она боляриня Тамара. Ну, вы знаете, вот Тамара Артемовна. Ну, Марина себя так называла, боляриня Марина, да? Но я так точно, когда наша Тамарочка заболела, я написала о ней, что она боляриня Тамара, чтобы она быстрее выздоравливала. Вот. Ну, вообще я читаю все время. Я даже не могу сказать, ну, у меня все время что-то я читаю. Сейчас у меня появилась электронная книжка, я уже покупаю в интернете книги. А глаза? А все это предусмотрено. Электронная книга предусматривает большой жизнь. Пожалуйста. Если можно, понимаете, это там еще вопрос. Вот складається враження, що от через вакуум духовності і культури більшість проблем в нашій державі. Ви багато їздите. Взагалі, в людей є цікавість читати книжки про себе? Бо зараз такий світ комп'ютерний, що... Очень хороший вопрос. Очень хороший. Спасибо вам большое. Идите, выбирайте любую книжку, пожалуйста. Пожалуйста. Я, ну, передайте, пожалуйста. Это очень хороший. А Тамара получит все, что захочет. Она сама возьмет. Вы знаете что? Я удивляюсь, когда я приехала в Таллин, и мне сказали, что у меня концерт в русском театре, я была уверена, что ко мне никто не придет. Правда. Я выступаю в первом отделении вместе с Борисом Бурдой, выступаю в первом отделении у Романа Карцева. Мы выступаем с Борисом Оскаровичем в первом отделении, Роман Андреевич выступает во втором. Вы как одесситка там? Да, как одесситка. Как одесситка. Но самое интересное, что когда обычно после... Да, и полный зал был, полный зал, представляли стулья в Таллине. Откуда взялись эти люди? Какая была реакция? Читают. Уму непостижимо. Читают, мало того, все книги, которые там привезли, из издательства привезли, все они были раскуплены. Я полтора часа подписывала книги, верите? В Армении читают. В Армении вообще такая традиция удивительная семьи. У них есть библиотека Хапера, по-моему, я не помню точно фамилию этого писателя, который оставил, как наш пан Добрянский, удивительный наш ангел нашего университета, мой любимый учитель, они создали библиотеку, ей 80 лет, туда приходит уже третье поколение. Так вот, к нам на концерты пришли дети с бабушками, с дедушками, с мамами и папами. То есть непонятно, перед кем выступать. В Киеве, ну, читают, я знаю, что читают. Прибалтика, вот на концертах, на встречах литературных. Как русский язык воспринимает? Никак, мы говорили по-английски. А пела я по-украински. Понятно. Я была там, между прочим, меня выпихивали везде, потому что, по-английски они неохотно вообще. По-русски они вообще не говорят, не хотят, нет. А на английский так хорошо. Они не могут, что не хотят? Да, молоді вже не можуть. Молоді вже не вміють говорити російською. Нет, лишнее нет. Я вам скажу, дело в том, что вышла эта книга в издательстве «Эксмо», и после того, как она получила эту российскую премию, эта книга, ее просто раскупили. Все, что осталось в магазине «Москва», в Москве, я увезла домой. И так получилось, вот она разошлась, и больше ее нет. Вот это последняя книга. В библиотеке будем на формуляр запрещены. Это же не я могу. Я бы с удовольствием дала бы этот концерт. И я же говорю, с какими целями, вы просто пришли чуть позже. Я бы с удовольствием давала бы благотворительные концерты, понимаете? Как бы у меня есть работа, и я зарабатываю, и я этими концертами не зарабатываю. Это миссия народной дипломатии, мы ничего не получаем там. Мы все едем благотворить, то есть мы, это все благотворительная миссия. И Карцев, и Жванецкий, и Юрий Шевчук в этот раз был в Армении, и симфонический оркестр Эстонии, барокко, который исполняет музыку барокко среднего века, вот, и Теннис Мяги, и, ой боже, были такие лица. Вы знаете, что он, между прочим,
Тамара Артемовна, он правильно, да, Анна Вески тоже, он выбрал для себя совершенно другой путь. Он пишет музыку, он не поет попсу, а он какой-то пишет музыку, какой-то фьюжн, удивительную такую музыку, философскую. Я не понимаю слов, он поет на эстонском языке, но музыка очень интересная, умная, и она соответствует его возрасту. Он как-то очень элегантно и очень логично вошел в этот свой возраст, и он очень хорошо там смотрится. А что делает Аркадий Кузьмич тогда, когда вы пишете книги, когда ездите в Таллин, Ереван? Чем занимается он в тот час? Він он не только рисует, Петя, он не только, он вообще тыл. И он, и мама, и дети мои — это тыл. Они... Мариана Гирда, він ілюструє Тамару Сиренко. Да. Ну, я думаю, что с ним надо отдельную встречу сделать, потому что он и стихи пишет у нас, и поет. Ну, когда у него будет вечер, он возьмет с собой гитару, и он все внимание просто будет его. Да. А ты сегодня планируете или нет? Я? Да. Я могу. Могу, легко. Ну, заспевайте, как будто я вербовую. Не, вербовую дощечку я не буду заспевать, потому что вы ее знаете. А вот вы не знаете песню про «Яке тяжке життя». Життя. Життя. А ми трошки пізніше. Пісня буде трошки пізніше. Ще питання є? Прошу, ви хотіли задати. Так, я хотіла, я по-перше, прошу. Хотіла б все-таки узнати, з Чернівцями, я поняла, зв'язано це період обучення в університеті, да? А крім того, якісь періоди життя в Чернівцях? Вы знаете, что мы живем близко, мы едем сюда, если мы нервные, то 18 минут, если мы спокойны, то 25. Мы дольше едем от моста туда, куда мы едем, там в театр или еще куда-то, чем мы едем из Новоселицы в Черновцы. Понимаете, поэтому и сейчас же это не проблема. И сейчас очень многие черновицкие, кстати, переезжают к нам. Мы живем у реки, на природе, и в провинции как раз я уже сравнивала, все-таки легче воспитывать детей, и дети спокойные, они на глазах, и, ну, не знаю, а потом дети разлетаются, куда хотят, понимаете, а в провинции жить удобнее, легче, и рядом с родителями. Пані Мирана, розкажіть, будь ласка, про письменницьку кухню. Як ви пишете? Боже, от я. Я пишу з 5 утра. Тобто рано утро. Кожного дня? Так, почти. Так, да. Якщо я не пишу, то я правлю. Да. Потому что у меня есть обязательства теперь перед издательствами, перед АИФ «Здоровье». У меня там колонка теперь каждый месяц появляется авторская. Обязательно какие-то обязательства, кто-то просит там или материал, или интервью, то есть это теперь уже меня затянуло, эта работа. Вы знаете, что образом это происходит? Во-первых, когда выходит книга, у меня есть ощущение все-таки чуда, я поверить в это не могу. Когда вдруг заканчивается, понимаете, когда не было, и вдруг появляется жизнь, даже вот в файле, и ты видишь, что оно живое, и то есть не я вижу там, а кто-то, кто читает, и кто потом меня редактирует, и оно живое, и оно есть, рождается, то это сродни рождению какой-то новой души. И... Ну, на меня бегут персонажи, вот идут. Я вам скажу, мы ждали девочку нашу в Хотине, написала ЗНО по истории. И мы с мужем поехали в крепость погулять, просто погулять. Во-первых, к нам сразу вышел научный сотрудник, что-то спросил, я спросила его в ответ, и он стал водить, рассказывать, хороший парень, уже не помню, как его зовут, к сожалению. Он нас повез в музей, то есть это как-то одно за другим цепляется. Плюс... Там был удивительный человек, его никто не видел, кроме меня. Ну, правда, муж, может, и видел, но не притворяется, что не видел. Мимо нас все время шмыгала полька, рыжая, огненная полька.
все время извинялась или здоровалась. То она шмыгнула мимо нас в крепости. Потом мы выезжаем из крепости, она снова бежит, только уже в другую сторону. Потом мы проезжаем куда-то за ребенком в эту школу хатинскую, мы смотрим, она ворует вишни, стоит с какой-то. Понимаете, вот такой образ, и она как-то зацепила. Вот она села, я записала и ее отложила. И все персонажи, они идут на меня, но, опять же, почему это все случилось? Видеть это все меня научила Лена. Она очень любила людей, всяких. Вокруг нее всегда был карнавал. И она, когда я начинала ей рассказывать, она научила меня вот это увидеть и рассказать, увидеть и поделиться. И она уже лежала больная, и она говорила: запиши это. Вот, запиши это. После того, как Ленка ушла, через год вышла первая книга. Это была самодельная книга. Там были стихи Аркадия, стихи Сережи Карташова, доктора, кардиолога из Вижницы, и моя проза. А потом, ну, как-то так, пошло. Это так, как звездок с космосом, и Оскара, и тянь информация, и да, и да. Не знаю. Честно говоря, не знаю. Не могу сказать. Объясни. Это чудо просто какое-то. А как зараз мама дивиться на свою дочь? Мне цікаво, що скаже Марія. Нет, ну, с уважением, по-моему. Ну. Мы как договаривались? Спите это. Мы договаривались, она учила слова. Нет, ну, мама и тогда смотрела хорошо на текст. Первые тексты, которые я ей показала, ей понравились. А для меня это было важно. Мама и Аркадий, муж, что они скажут? Вот они сказали ей потом. Простая мама. Ты когда читала? Это мама, которая делала перевод. Публику, вот той, я не знаю, оповедания про те, як приїхали англічани до Грігора у колгосп. А, ти читав це, да? А, нет, я це не читала. Ну, потому что прочитати. У меня программа утверждена. Да, ну, дело в том, что это... Я вам скажу, там был наш, там, ну, не Глигору, там был другой человек. Вы понимаете, что людям некогда учить иностранные языки. Они тогда у нас работали на земле. Это, к сожалению, сейчас как-то все по-другому. А тогда, в то время, это был переломный момент, вообще ничего в магазинах не было. И всем на вас, собственно, работали у нас только люди, которые работают на земле. Ну, естественно, приглашали переводчиков. И вот я пришла, должны утром приехать делегация, организация, которая будет оказывать какую-то гуманитарную помощь фермерскому хозяйству. И, значит, мне председатель говорит: скажи мне, вот как будет, как я должен их встретить? Я говорю: good morning. Вот. А до свидания, как сказать, goodbye. Он говорит: так, давай репетируем. Давай, ты заходи, ты англичанин, давай улыбайся, говорит, а ну давай выпрямись, ты же англичанин, давай. Вот он уже начинает со мной репетировать. Вот. И вот я захожу и говорю: hello. Он говорит: тут же не написано hello. Я говорю: ну, у вас написано good morning. Они вам говорят hello, вы говорите: хорошо, давай, заходи еще раз, я, значит, в кабинет. Hello. Goodbye. Да не goodbye, говорю, good morning. В общем, долго мы с ним репетировали весь вечер. Он говорит: ты не переживай, я выучу. Короче, мы везем с мужем их отсюда, из Черемоша. Мы их привезли, значит, стоит девочка-красавица, все, вот этот бисер этот же, он сверкает на солнце, такой же ослепляет всех. Такие девчонки же у нас, кожа, глаза, зубы, жемчуг. Выходит, значит, этот председатель на улицу, хватает этот хлеб, подходит к ним, они: «Хай!» Он опять на меня, что вроде не учили это, и говорит: «Гудбай!» И я себе думаю: ну, сказал гудбай, ну так у него зато хлеб, люди! Он же хлеб выращивает, понимаете? Ну что это гудбай? Подумаешь, гудбай. У него он хлеб выращивает и людей кормит. Вот и все, это достаточно, и не надо ему знать никаких языков, понимаете? Он знает, как его вырастить, как его спасти в наших условиях от дождей и все прочее. Вот такие вот есть еще рассказы, связанные с Анной. Спасибо вам большое. По нашій бібліотеці Анатолія Миколаївича ви знали, і я так в ту тему, що читають, і що ви назвали. Я ще про нього розкажу. Так, ви, я з приємністю так Анатолія Миколаївича згадаю за вас таке приємне спогади світлі, теплі, з пієтетом.
І ще одне, от зараз ми трішечки готуємо таке видання приватної бібліотеки чернівчан цього. Вас запитали сучасну літературу. Ви авторів назвали сучасних в основному, яких ви читаєте, але ж ви виросли на класиці. От домашня бібліотека, що на чому ви виросли, що вам запам'яталось, що читали ви, що ви хочете, щоб ваші діти дорослі вже такі гарні, освічені, що ви їм, що вони від вас забрали. От та роль вашої домашньої бібліотеки, немає значення, скільки вона. О, ви знаєте що, і мене воспитувала домашня бібліотека. У мене батьки педагоги. Мало того, це мама у мене без батьків, вона була одна, а у папи мама, ну, в общем, короче, вони должны были зарабатывать, потому что нас было двое, мы учились музыке, все это было очень, музыке, балету. Это вот все в Новосельце, между прочим. Мы в балет ходили, там Таня занималась спортом, я ходила в музыкальную школу, делала такие успехи. Вот. И родители мои работали и в такой школе, и в вечерней школе. Вот. И одно удовольствие было прийти домой, вот забраться туда повыше, выковырять, да, книгу и читать. А понимаете, когда родители читают, то дети тоже будут читать. А если у меня мама выбирала, что ей купить, килограмм мяса или книгу за 5 номиналов, она покупала книгу. Вот. И, естественно, мы точно так же себя и вели. Мы с мужем в свое время Довлатова купили за пол моей зарплаты, я как сейчас помню, трехтомник. И не жалею, ни грамма не жалею, потому что я уже была на его местах, на местах Довлатова, и была на вечерах, посвященных Довлатову, и знакома с его друзьями, с Лилией, с Кульской, с Арьевым. Это многого стоит. Вот. А домашняя библиотека, собственно, ну вот вы знаете, что вот вся библиотека, которая... у Анатолия Николаевича, вот его, да, вот эти стеллажи, мы же были у него в гостях, вот в это, где там была узенькая такая кроваточка, столик приткнутый, везде стояли вот эти узкие стеллажи, вот почти все то, то есть подписка, которую мама делала, Огонька, весь Голсуорси читанный, перечитанный, ну, вся русская классика, Ирину Вильде мы обожали, только потому что моя мама приехала сюда в Черновцы, она не знала украинского языка, первую книгу, которую она прочла, не зная украинского языка, она прочитала Ирину Вильде, украинскую мову, разумеется. А самая первая любимая книга? «Дорога уходит вдаль» Александра Бруштейна. Это кто меня спросил? Вот, ну, если навскидку, вот меня часто очень в интервью задают этот вопрос, и я просто так поднимаю голову и говорю, что вот оно же лежит, весь, вот самое любимое, оно вот поблизости, чтобы вытащить. Сейчас я перечитываю Евгения Онегина, получаю море удовольствия, мама не может понять, почему я смеюсь, а я говорю, а там такие есть удивительные фразы, да, и не было, нет, это ж про наш, не знаю, в камеру можно говорить, ну, про наш... И было много там народу, и всякого другого сброду, и никого, уверен я. Вот Пушкин, да, он же, слушайте, он как будто сегодня пишет. Или там он пишет о гостях, это же в приложении. «Остряк и в рыжем парике». Просто вижу. Ну и так далее. Мама моя платье надела новое, и я, естественно, тут же процитировала и обновила. Наконец, на вате шлафор. И чепец, опять же, из Пушкина. Вот. Пушкин, вот как ни банально это звучит, но мне кажется, что вот и писать я училась у него, и сейчас учусь. Вот. Ну, вся Лесков, Паустовский, конечно, Ильф и Петров. Ну, скажите, я вам скажу, да, я учусь. Кстати, вот про... українця, якого любить. Ірину Вільде, ви знаєте, теж не можу навскидку, надо думати, Сковороду. Вирос її на класик. Да. Русский. Ви знаєте, що? Їх щастя. Да, мені би хороше... Да. К сожалению, пан Добрянский читал у нас только литературу народу СССР. Да. И однажды он пришел к нам заменять пару. И на эту пару он велел нам выучить стихи. Каждый, кто хотел, тот должен был выучить стихи. Любые. Народе в СССР. Я, естественно, тогда Давида Самойлова мы любили очень. Вот это «Я маленький, горло в ангине, за окнами падает снег». А
девочка у нас была такая очень красивая, очень невероятно красивая девочка, но такая пышная. Она взяла Вознесенского. А у Вознесенского есть стихотворение, называется «Мэрилин Монро». И вот сидит наш Добрянский, наш удивительный, золотой. Мы же когда-то даже выходили требовать, чтобы нам его вернули. Просто было похоже даже на демонстрацию студенческую. Сидит он, значит, за кафедрой, она выходит, ножку выставила и говорит, ну такая она вся. Такая у нее бюст плавно переходил в колени. Она говорит, я Мэрилин Монро. Он хи-хи-хи. И выбачьте, душки, я прошу вас, выбачьте. Она снова, я Мэрилин Монро. Вообще не дал он ей прочесть Мэрилин Монро. У него такое было чувство юмора удивительное. Вообще мы, конечно, им заслушивались. Мы в него были все влюблены, мальчики, девочки. Нам все равно было... Он для нас был просто ангелом, божеством, потому что на фоне того, что мы имели тогда, наше советское детство, эти научные коммунизмы, это функциональный приоритеты научного коммунизма перед другими политическими науками, эти удивительные его лекции, где он просто ощущение, что жил этим, выкладывался, особенно когда хорошо его слушали, это, конечно, было потрясающе, это навсегда. Он и Нефёдов, кстати. От тому першу, от тому чи не слышали? Конечно, слушала Елену Васильевну тоже, да. Да. Елена Васильевна. Владимировна? Ну да, наверное. Так і Васильна, по-моєму. Тому ви відповіли, чому перша зустріч в Чернівцях в бібліотеці Добрянського. Так що, Анатолій Миколаївич, дуже вдячні. Дякую. Ще питання є? А можна мені що сказати? Скажи, сказати можна. Скажи, мій любий хлопчик. Сильно. У нас молодість була одна з Петром. 22 роки тому, 19-го... Серпня вранці почався балет «Лебедине озеро». Я ще не розумів, що сталося. Потім, коли дійшло до себе, ну, ви можете з'явити, що тоді було, чим я займався тоді в той час. Мар'яна подзвонила до Тані і сказала, ви собі робіть, що хочете, як ви там себе врятуєте, доньку дайте нам. Бо хто його знає, що дарує. Боже, я не пам'ятаю. То ти що? Ну що ж, пані Лесі, ви ще скажете пару слів. Ще я. Так, звичайно, як тут є господарі. Ну, Ігор, я думаю, що і ви якусь лямарочку таку свою... Ми скажемо після вас. Ага, добре. У меня в Москве будет идти пьеса по материалам «Новоселица», называется она «Страусиана». Вот я вам хотела показать. Это постановочный эскиз первой сцены о том, как растет украинское село, как оно вырастет. Я ужасно этим горжусь. В театре у Никитских ворот у Марка Борисовича Зразовского. Да. Ну, не знаю, они уже репетируют. Оскільки завжди з поваги до жінки, то я як квіти жінці, але я все одно можу. Ігор Григорович, я вам вдячна за це свято, що ви нам запросили Мар'яну Гончаренко, і що ви нам подарували сьогодні оцю зустріч. Це направду було. Анатолій Миколаївич би це зацінив. Це було настільки прекрасно і настільки вдячна. Дякую. Це наші квіти. А це те, що я казала, ви бачили 1000 автографів. 442 тут простановані, прокоментовані. Я думаю, що це ваше життя. Дякую. Вони вам були дуже, дуже близькі, дуже дорогі. Лесю, дякую. Тут буклетик і закладочки, бо хтось з ваших колег запитував наш сайт, отак як наша електронна адреса – Добра бібліотека. І наш сайт – Добра бібліотека. Ви роздайте. Цього вони знайдуть. От і ви зможете подивитися, що ж ми робили ці 8 років. Муніципальна бібліотека Добрянського від першого кроку. І ви бачили тут ці імена? Слухайте, люди. Так, це все ваше життя, це все вам рідне, це все вам дороге. Я думаю, що завтра до кінця дня ми побачимо, ну, ми відчуємо вже те, що нам приймуть потім.
Галя покаже і будуть нас читати і бачити, а ви от всіх себе побачите і ще трішечки відчуєте ті хвилинки сьогоднішнього цього. Я дуже вдячна саме за таку камерну. Отак з Ігорем Григоровичем ми вирішили, що так воно буде. І дуже тепло, гарну таку камерну обстановку. Я думаю, що після сьогоднішнього інші сцени, на яких виступав Анатолій Миколаївич в цьому місці, вас будуть зустрічати в наших Чернівцях і на Буковині. Я щиро вам цього бажаю. Дякую. Можна я тут? Я ще Ігорю Григоровичу, з вашого дозволу, Тамара Артемівна. Можна? Тут я вже буду коротко. Ігорю Григоровичу ми того разу подарували такий чемоданчик, де там, я не знаю, 75 чи що. Скриньки цього. Це перший диск в ту скриньку. Ось, ми домовилися, що там буде 70 зустрічей чи 75, а останній ми подаруємо нас наступним. Це авторська програма, перша частина, яка була з Володимиром Ткачем. Ігор Григорович, і хай воно вам зберігається. Ну, а це для пані Наталі. Я щиро всім вдячна, кланяюсь, що ви сьогодні ще не все. Я просто всім хочу подякувати, що при таким гарним високим світлім святі, але при дощі ви до нас завітали. Ігор Григорович і пані Мар'яні за те, що подарували на сьогодні дійсно унікальну зустріч. Такий гарний. Ну, Тамара Артемівна, вам слово, звичайно. Я нічого не хочу говорити. Там таке. Звичайно, велика радість, велике щастя, що нарешті вона в цій хаті. Нарешті ми її чуємо. Але користуючись нагодою, я хочу низенько вклонитися мамі Мар'яни і Аркадію. Тому що мама Ніна Гончарова перекладала англійською мовою вступну статтю до книжки дитячої про амінвічність. Причому зроблено це було серцем, душею, без різних кишень, без нічого. Аркадію хочу подякувати за ілюстрації до книжки «Музика чорної вишні». От для мене це було дуже дорого. А Мар'яні, звичайно, за те, що я їх знаю. Дякую. І за те, що така талановита і прекрасна. Звичайно, було б хотілося, щоб більше в Чернівцях. Тому що я дивлюся, знаєте, я вам одне скажу. Ми говорили з Лесією Ларіною про те, що от перекладають з німецької, з англійської, з іншої, а от з української туди, щоб нас світ знав. От проводять меридіан, чернець меридіан, да? Когось із наших, ви кажете, що вас в Чернівцях не знають, а ми тут живемо в Чернівцях, нас не знають. От проводять Чернівцях, оцей чернець меридіан, кличуть, приїжджають Ігор, іде і все. Наших письменників туди не кличуть. Я знаю, так. Ну, хіба що так, от він Гриню можуть покликати. Там ну, ще кого. Ну, за руками Руслан ще можуть покликати. Ні, я вам не можу. Ну, а я, ну, це таке, розумієте? Я, звичайно, в літературі периферії немає. І провінції немає, це безумовно. Але дуже складно, щоб пролягла дорога туди, куди пролягла у вас вона. І слава Богу, що до вас ніхто не має претензій, що ви пишете російською мовою. Тому що до багатьох, наприклад, коли в мене вийшла книжка російською мовою, то мене змішали з болотом. Просто зрадниця народу. Ну, да, в журналі звіт, рецензія за рецензією. От справа не в тому. Ще й гумор. Справа прийшла всі стадії печалі, тепер вже сміятися. Але чесно, дуже смішно. А я хочу сказати, що у Мар'яни далеко не гумор. От те, що вона, що це все подано в такий, здавалося, такий веселенький, такий собі от там формі, але така є щемлива нота у кожному оповіданні, у кожному тому, що вона пише, що так, якийсь такий стиск серця відбувається. Оцей чмелик довго не вилетить з голови. Це потрясаючий морозок. Сильні, глибокі речі. Спасибі, що ви прийшли з пані, подарували це свято. Спасибо вам большое. Вам спасибі. Насамперед, спасибі Мар'яні. І ми впевнені в тому, що в Чернівцях нарешті будуть запрошувати і будуть слухати. Якою мовою пише Мар'яна, це
не найважливіше. Важливо, що її розуміють всі. Якби вона писала англійською, її також розуміли всі. Тому що в її творах дуже багато людяності. Того, чого зараз не вистачає. І от коли ми знайомимося з такою творчістю, ми розуміємо, жлобізм не переміг. І не переможе. Це точно. Так що, спасибі вам. Спасибі вам.